Пару слов скажу о том, кто я такой, почему я вообще попал в этот проект. Значит, я биолог, я работал долгое время за границей в Германии и Японии, а потом меня пригласил в Московский университет декан нашего факультета Владимир Петрович Скулачев, который, собственно, уже давно и плодотворно занимается изучением старения, биологией старения, и он попросил меня присоединиться к его проекту. Я читаю лекции по геронтологии, занимаюсь какими-то минимальными научными изысканиями. И совершенно неожиданно в 2014 году вдруг мне предложили вот в качестве научного эксперта поехать в экспедицию в Италию с тем, чтобы посмотреть на сверхдолгожителей, на людей, которым больше 100 лет. И, конечно, грех был отказаться от такого предложения, и на самом деле это было потрясающе интересно. Это было интересно и в том плане, что действительно увидеть людей, которым 100 и больше лет, живьем, действительно прикоснуться к тому, как они живут, попытаться разобраться в том, что помогает им дожить до такого преклонного возраста и сохранить, в общем-то, и здоровье, и трезвость ума, и какую-то радость от жизни. Но чуть-чуть отвлекусь в сторону от старения. Еще, конечно, совершенно неожиданно и очень приятно было то, что люди, с которыми я поехал, собственно, вот Юра, Павел, Илья, которого здесь, как я понимаю, нету, да? Во-первых, высококлассные профессионалы, и, во-вторых, люди, которым интересно снять качественный фильм, который показал бы, ну, не интересную картинку и что-то захватывающее, а как на самом деле есть. Вот мне кажется, это очень дорого стоит, я просто снимаю перед вами шляпу, это было здорово. Спасибо большое, на самом деле это крайне приятно слышать. Правда, спасибо. Да, значит, возвращаясь к, собственно, теме, но сейчас в мире все больше и больше значения приобретает изучение старения, и ну, тем же ученым все больше и больше денег и возможностей предоставляется для того, чтобы заниматься этой проблемой, потому что медленно, но верно становится ясно, что вместо того, чтобы лечить какие-то отдельные болезни, каждую саму по себе, имеет смысл разобраться с тем, что, собственно, делает человека с возрастом все более и более уязвимым для этих болезней. Сейчас в очень многих странах тратятся колоссальные деньги и колоссальное количество времени и сил ученых на то, чтобы заниматься этой проблемой и разобраться, собственно, в механизмах старения. И как раз в Италии очень интересной частью было пообщаться с итальянскими учеными, которые изучают именно сверхдолгожителей, людей, которые живут 100 лет и больше, пытаются разобраться, что отличает их от обычных людей, которые так долго не живут. И удивительный вывод, к которому, в общем-то, медленно, но верно тоже они приходят, это что особых отличий-то нет. Ну, то есть, да, у этих людей обычно меньше груз вредных мутаций, то есть они в целом изначально были рождены немножко здоровее, чем человек в среднем. И второй, наверное, важный фактор – это то, что люди, которые живут 100 лет и больше, они не делают чего-то специально полезного, они скорее делают мало вредного. То есть все эти бабушкины советы, известные нам с детства, там много не ешь, бывай часто на улице и так далее, они все на самом деле работают. Да? То есть вот был такой неожиданный тоже момент. А третья вещь вот про климат уже прозвучала. На самом деле, если посмотреть эти зоны, где аномально много экстремальных долгожителей, они все попадают на страны, у которых есть морское побережье и у которых нет зимы со снегом. То есть вот это две корреляции, которые видны абсолютно четко. Это Калифорния, это Сардиния, это Коста-Рика, это Куба, это Окинава, это Икария в Греции. Нет, ну почему? Ты же, я так понимаю, в Сардинии у них там, где мы с тобой были, бывает снежок иногда? Ну это не называется зима. Слушай, а давайте посмотрим. И в Икарии, кстати. Недавно снег в Египте выпал, но это же все-таки не то. Нет, я согласен, да, что все, ты сейчас перечислил, всем ясно, что объединяет эти страны. Да, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, действительно. У нас на Сардинии на 1 650 000 жителей приходится всего 35 000 семей.
И в этих семьях насчитывается сейчас 370 столетних людей. Они реально знают друг друга с детства и до сих пор ездят друг к другу в гости. Если бы я встретил этого дедушку на улице, я бы подумал, что ему лет 85, наверное, где-то там. Мы проведем небольшой тест. Я попрошу вас нарисовать часы и поставить время без 15 часов. Просто циферблат. Для меня, конечно же, огромный интерес представляет просто вживую увидеть тех людей, которым на 100 лет. Я думаю, что это любого человека интересно. Люди, которые в наши дни доживают до 100 лет или более, являются исключительными. Скорее всего, у них особая генетика. Здесь находится ДНК долгожителя. Возможно, именно эта пробирка откроет нам тайну долголетия. Если выполнять некоторые рекомендации, вероятно, большинство населения сможет достичь 90-95 лет. Вы довольны своей жизнью? Я счастлив. Все хорошо. Это изображение нескольких людей, которые прожили 100 лет и больше. Смотри, как ты будешь выглядеть, если повезет.